Все начал сразу. Всем привет, уважаемые зрители. Роль ты свою помнишь? Не, наем был. Уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом данного видеоматериала хочу вам посоветовать поучаствовать в конкурсе в группе моей ВКонтакте. Ссылочка на группу, как всегда, есть в описании под этим роликом. Буквально вот часа три назад стартанул конкурс на вот такой вот замечательный ключик от игры Police Stories. Также огромное спасибо выразить хочу человеку, который подогнал ключ на эту игру. Вот на него, кстати говоря, тут ссылочка есть. Также в группе ВКонтакте мы разыгрываем не только ключи на игры, но и скины на CSGO. Поэтому, если кому интересно, залетайте, участвуйте. Народу участвует очень мало. Всем приятного просмотра и всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO. Конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры. Стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Ваше здоровье, во-первых, пить хочу. Спасибо. Обычный вроде этот. Чай. Как он назывался раньше? Липтон. Значит. Липтон. Поехали. В принципе, сегодня делаем обзор на шеф-бургер. Из KFC я уже делал бургер. На один бургер. А именно чикен-бургер. На Яндекс.Дзене вы можете посмотреть этот ролик, либо же на Рутубе, как вам удобней. Там ролики у меня выходят намного быстрее, это поэтому подписывайтесь туда. А где начинка нормальная? А вот так вот, ты как хотел. Шеф-бургер Джуниор даже называется. 109 рублей стоит, можете все прогуглить, в принципе. Так, вот он выглядит так. Внутри покажи, как он выглядит. Сейчас все будет, мужик, не ссы. Понял, все. Даже не спрашиваю. Так, булочка, это, я так понял, мак сверху. Кунжут маком. Да. Красавчик. Шарю. Так, КФС, сейчас я загуглю, там легче будет даже это все чекнуть. Ок, водичка, конечно. Все, прочитаю вам. Кстати, если что, этот шеф-бургер оригинальный, Джуниор. Шеф-бургер Джуниор оригинальный. 109 рублей он стоит. Состав читаю. Булочка с кунжутом, стрипсы, ну это курица типа. ОР написано. Соус Цезарь, томаты свежие и салат айсберг. Опа, а вот и звоночек подоспел, так сказать. Все, продолжаем. Как всегда, прерывают нас, отвлекают. Бизнесменов. Не стыдно. Ну, ладно, погнали кавать, в принципе. Согласен. Курица, она прям вываливается. Поэтому сразу ее кушаем. Это сколько? Ну, по идее, два должно быть. Ну, мало ли. Вроде два. Три даже вроде. Ну. Так, три. Показываю изнутри. Ну. В принципе, питательно все. Хаваем. Я сегодня еще ничего не кушал абсолютно. Поэтому я сейчас буду кайфовать. Я уже все пробовал когда-то шеф-бургер Джуниор. Когда там по пути. И, короче, брали с батей шеф-бургер. Джуниор вроде, или обычный даже шеф-бургер. И, короче, немного курица острая была. Немножечко. Это даже чувствовалось потом. У меня все щеки потом красно таки набухали. Но это как-никак KFC, все-таки. В KFC там
Большинство блюд острые, поэтому ничего не удивительно. В принципе, бургер идеальный. Да, очень вкусно. Когда он еще теплый, он намного вкуснее. Когда он теплый, вот прям подали, сделали свежий, новенький. Но сидеть, блядь, в KFC, ну так с камерой, без вариантов, поэтому... Приходится ходить туда-сюда за этим. Он, понятное дело, остывает. Бургер. Приходится подогревать его. Поэтому его вкуснота потихоньку угасать начинает. Но все равно вкусно, по крайней мере, мне нравится. Ну, я доел. Нифига себе. Ну, я по иным делам. Обозреваю все-таки, рассказываю. Ну, бля. Вот. Я же не любитель. Сыр. Масло какое-нибудь там. Малосоленые огурцы. Этот бургер, он, блядь, просто идеальный по составу для меня. Просто, блядь, идеальный, серьезно. Чисто соус Цезарь, который я хаваю. Томаты, блядь. Свежий. И салат айсберг. Блять, это просто идеально. Серьезно. Просто самый пиздатый и самый лучший в мире. Ну, я понятно делал. В принципе, что тебе понравилось? Пойдет, пойдет. Оценка какая? Хватает. Из пяти. Ну, 4, ладно. 4 из 5. Соуса не хватило мне. Ставлю 10 из 5. Пиздатый бургер. Ну, это для тебя. Как по мне, состав ну, нормальный, но не хватает чего-то. Просто. Секрет, ебать, рассказываю. Как правильно. Просто голодаете с утра, ничего не кушаете абсолютно. И рецепторы у вас чистые. Чистятся. А затем берете любой продукт, абсолютно все идет у вас. Чётенько. Да, балдёж. Ебать, я кайфую. Ладно. Будем... Заканчивать. Закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Оценка от меня 5. Однозначно. Очень вкусный бургер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем удачи. До скорых встреч. Всех обнял, всех приподнял, всех люблю. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.